Всем привет, и да, это оценки каналов. Первый канал. А вот каналу я отношу 10 из 10, а шапку 5 из 10. Я не знаю почему, но потому что описание канала очень классное, потому что они с этой девочкой почему-то одинаковые. Теперь второй канал. Шапка 10 из 10 и Ава 10 из 10. И я не забыла, я даже посмотрела видео, и десятка тоже. И остался один последний канал. Канал я оцениваю сразу 8, потому что минус нет в шапке. А вот тоже красиво, но только девятка. Видео тоже красивое, но тут десятка, а описания нет. Спасибо эти 3 человека, которые посмотрели это видео. Всем пока-пока.